casa subito ti chiamo. Rispondimi presto, rispondi, ti amo. Шесть человек выигрываешь, вот это такой, и девятки, такой красивый момент бывает, да. Пенальти, вот это когда в коробке тебе, когда ногу побили, не симулянсь, а просто вот это бьют тебя, очень больно бывает, вот это из точки бьешь с 11-метровки и бьешь. Если забиваешь, гол. Если не забиваешь, не гол. Какой номер? А, разряд сила. Сам забивать. Или обыгрывать. Месси, Неймар, Анхель, Ди Мария, Эдинсон, Кавани, Киллиан, Мбаппе, Тони Кросс, Гарс Бейл и Пол Погба, Антуан Гризман, Урбан Веды, Батер Бекевич. Штанга, если вот это промахиваешься, вот это, если штангу попадет, вот так, от ворот.
Бог можно забить или просто тебе идет, или можно забить рикошет. Это когда вот это бьешь на кого-то, касается мяч и забивает гол. А если вот этот, если желтую сделаешь, если может ты с первого раз симулян или какой-то очень сильно вот этот бьешь кому-то ноге, вот это желтая карточка. А если второй раз красная карточка, а если дерешься, красная карточка, или рука трогаешь, или желтая карточка. Айхан, 85. Информатика, физкультура и английский. Отряд самоубийц. Я мультики не смотрю. Battlefield и Far Cry 5. Мамин плов и манты. Боевое самое. Памятник Хатико. Это хорошая собака. Краснофорковый. Аргентина и Турция. Джинсы и спортивная одежда. Да, Айхан Хаджиев.